Всем привет! Вы на канале Николь, и мы приехали сегодня на праздник каштанов. Будем сегодня кушать жареные каштаны? Да! Отлично, побежали! Сегодня хороший денечек, пасмурный, но дождика нет. И поэтому очень здорово, мы сегодня повеселимся, попрыгаем. Так, здесь у нас что? Кофе. Вкусно! Вкусно, бонжорно! О, какие мишки! Нет, это совы, мышки. Мышки, совы. Ой, все это ручная работа. Какая красота. Клубнички. Ко-ко-ко. Подставочки здесь. Собачка. Это коровка. Собачка, правильно. Коровка. А, это коровка. Это птица. Цыпленочек. Ой, какая бабочки. Бабочки. Так, что еще тут браслеты. Есть? Браслеты, бижутерия, все это ручной работы. Какая красивая. Мышка, давай мы ее поближе посмотрим, какую мышку связали. Ой, какая, ой, мышка в очках. Зубастая мышка в очках. Красиво. Каждый раз устраивают такие праздники, все это ручной работы. Смотри, какие медведи, Алиса, каких медведей нашла. А ну-ка, кись, покажи, что ты нашла. Ой, какие маленькие. Мишутки. Это даже какая-то мышка-хрюшка. Совы. И опять везде совы, 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 разные совы. Зеленые, полосатые, как зебры, розовые. Этикеточки так шевелятся, как будто тик-так, как часики. Тик-так. Так, а что тут? Буковки. Что это? Дед Мороз! Дед Мороз. Это какая буква? Какая, Николь? Матрянский Р. Р? Ага. Давайте порыбачим. Тут... Внутри, да? Да, внутри сюрпризы. За 1 евро можно вот такой взять мешочек. И там неизвестно, что там будет внутри. Возьмем? Да, сейчас оно не может больше ждать. Возьмем? Конечно. Каждый порыбачит. Выловить свою рыбку. Ну что, будете рыбачить? Да. Алиска, Алиса. Это что-то радуги. Где? А, ниточки, ну, да. Так... Более песка. Доставайте. Кто? Так. Оп, а первый улов. И Никушечка, Никуша, давай. Ну. Сейчас внутри браслета. Не знаем, доставай, ты не подглядывай пока что, Алиса, доставай. Я не знаю, как взять. Давай, с сердечками полосатые, вот. Ага. Подожди, ты два взяла, кисточка, две рыбки на один крючочек. Да, ты, конечно, молодец. Ага. Давай, что там у тебя? Так. Ой, какой оранжевый. Ух ты, тоже целая коса плетеная резиновая, такая оранжевая. Аля, а мне здесь на камере, она такая, как морковочка желтенькая. Здорово. Собачка. Собачка. Усь. Гусь. Я хотела сказать, утка, и получилось усь. Сумочки. Опять ручная работа. Все такое красивое. Совы. У-ху, такие симпатичные малютки. У него глаз, как бы он двигается. Ну да. Да. Ой, он что-то такой тяжелый. Тяжеленный. Хочешь посмотреть? Это знаешь что? Это подставки под двери. Ставятся на пол, чтобы двери придерживать. Чтобы сквозняком их не закрывало. Так, теперь у нас что, бонжорно? Бонжорно. У нас здесь каштанчики, печенюшечки, орешки. Ам-мам. Пойдем кушать жареные? Да. Побежали. Нам в другую сторону. И вот еще какая-то стоечка с игрушками. Круто. Сколько много. Виолетта. Нет, это что-то разыгрывают. Тут тоже за... Машинка. Ой, динозавр! Динозавр! Так, что у нас тут еще? Спайдермен валяется, отдыхает, ждет, когда его купят. Угадки. Да. Вот тачки. Для мышонок. Смотри, какой это тут тачек. Ты, тачки.
Тоже игрушка какая. Смотри. Смотолюбы, гномики. Коровки. Так, что тут у нас свинкс? Тоже пазлы, пазлы, пазлы. Все время пазлы. Смотрите. Что? Ну, подожди, как их называют? Телепузики. Сладости из каштанов. Ой, штрудель с яблоками. Так, пирожное персик. И пироги, бисквиты со всеми. Печаты с винограда. Опять пирог с каштанами. Ну и что, куда вы побежали? Может, мы покушаем эти лампидоты вкусные? Так, я так понимаю, каштаны сейчас жарить еще не будут они. Там уже вон разжигают. Ну, как-то очень не скоро это будет. Но мы сейчас покажем конструкцию, в которой жарят каштаны. Такой огромный цилиндр, сетка, вертель. Правильно, пап? Как да, это называется? Да, правильно. Да. И здесь... Через него вот туда засыпают каштаны. Ой, много, как тепленько идет. Много. И прокручивают их. И потом постоянно крутят, и они жарятся. Да. Ой, тут так тепло. Тепленько, тепленько. Так, нашли горочку. Кто поедет? Ну, давай. Горка так не скользкая. Скрипит. Алиска, ну давай, зайчик. А кто ее схватит? Да, она уже сама умеет. Ты же сама умеешь? Ну, эта горка очень скользкая. И что? Давай, Николь тебя будет ловить. Ну что, мама, каштаны-то уже готовы, пошли. Что, серьезно, пойдемте, да? Пойдемте, побежали, мы нашли каштаны. Алиса, бегом, бегом, бегом. Кушать, 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 кушать. Алиса любит покушать. Нам насыпают каштанчики. Тепленькие, горяченькие. Вон, последние почти. Их специально заворачивают, держат в тепленьком одеяле, чтобы они долго сохраняли тепло. И, наверное, немножко, может быть, были помягче. Держи, Никушечка. Грация. Какая собака, Алиса, пойдем посмотрим это, Мишку. Не собака, это лошадка. Лошадка мохнатая. Собака-лошадка. Давай. Это лошадка мохнатая. Тихо, стоп, стоп, стоп. Аспеста. Большая, большая. Вот она, мосечка какая. Огромная собака. Ух, не поделили два парня. Вот. Вот он, наш друг, наш знакомый. Ух ты. Он осознал. Ты собачка наших клиентов. Я не помню, как его зовут. Как же тебя зовут? Да я забыла. Привет, дружочек. Привет. Как его зовут? Ты не помнишь? Микки. А, Микки, точно. Микки. Вот мы присели. Будем кушать каштанчики, картошечку. Так, ну давай будем. Ванильку. Что, будем каштаны кушать? А что у нас? Вот наши каштанчики. Тупенькие. Жареные. Вот. А нам несут бумажку, подожди. Угу. Вкусняшки. Давай, Алиса. Vi porto le usate tutti o solo due? Алиса, ты умеешь чистить каштаны? Суховатые. Вкус такой напоминает пережаренная, пересушенная картошечка. Ну как, зайка, тебе без зубика как-то кусается. У тебя крепкие зубки. Да. Все, Анькуша у нас без зубов. Ой, принесли картошечку.
Картошка пойдет лучше. Это мы привычнее, потому что таким вкусом. Каштаны, конечно, вкусно, но и не наши традиционные еда. Причем в таких уматовых стаканах. А в чем уматовость? То, что они кругленькие. Ай, какая милость. Так. Такой мини-блошиный рыночек. И нам понравились тут одни стаканчики такие. Наборчик. Мы решили взять на барахолке. Хотим попробовать. 2 евро штучки. Всего лишь. Да, под кофеек. Молочник такой маленький есть. И тут тоже много чего интересного еще. А еще взяли есть. Вот такой вот свитерок ручной работы. Да, ручной работы. Жилеточка для Николь. Яркая, такая же, как кофточка сейчас. Это перуанцы делают, и такие местные с жители горные. С такими маленькими куколками. Угу. Здесь оно все живое. Куколки. Овечки вот. Как всегда. Спайдермен. Как всегда, шарики. Миньоны. Спанч Бобы. Лошадки. Цыплята. Тачки, цыплятки, Маша выглядывает, Маша. Котик из про тараканов, мультик, я не помню, как это называется. Не помню. Кукарача. А, кукарача. О, а вот это какая лялька, глянь какая. А, очень кукарача, точно. Ох, какая девочка красивая. А что вы хотите, зайки? Я хочу айди. Ну как, выбрали, наконец-то. Девочка с крылышками. Тоже, наверное, из какой-то мультяшки, но я даже не знаю, на кого она похожа. И Николь выбрала девочку из итальянского мультика Айди. Что-то можно выбрать, если мы с трех раз, если ты с трех раз разрушишь, как я понимаю, ты можешь что-то выбрать. Не разрушишь, а сколько банок ты собьешь. Да. В смысле от того, сколько собьешь. Да. Ну окей, пап, давай пробуй, в процессе разберемся. Окей. Молодец, получилось. Мама замедлилась пока. Так, мы выбили 28 банок, да. И нам теперь надо выбрать призы. Да. Давай, выбирай, Николь, что там, дракончика или что ты будешь брать? Я беру Барби. Барби возьмешь? Это кукла. Ух ты. Которая не падает. Такое возьмешь? Хочешь другое? Ну давай. Николь уже куклу выбрала. Николь, а тебе нравится кукла? Да. Ты моя умничка. Всем пока. Были на канале Николь. И мы были на празднике каштанов. Мы выиграли куклу и шарик взяли. Молодец. Послушали каштана. Ставьте пальчик вверх, пишите комментарии. Всем пока. И подписывайтесь на наш канал. Пока.